Всем привет! Сегодня я расскажу вам о моих трех коллекциях гвоздиков. Первая коллекция вот такая вот. Мы выбрали розовую коробочку, потому что она нам понравилась больше всего. Тут изображен котя. Липучка вот и была такая слабенькая, очень маленькая, поэтому она быстро отклеилась. Тут есть игра такая яркая, красочная, но она обычная. Ну, тут правила изображены. С самой первой коллекции мы уже начали собирать всех до единого гвоздика. Нам не было безразлично. Самым первым нам попался Цыпа. Такой красивый желтенький гвоздик. А последним мы нашли Котю, в честь которого эта коробка. Коллекции животные и немного монстриков есть. Допустим, завр, шипун, тетеха. Он похож на зайчика, но это все-таки монстр. Вторая коллекция вот такая вот. Здесь синяя коробочка яркая. Тут изображен Моня. Липучка тут уже достаточно большая и хорошая. Она не отклеилась уже. Тут игра немного круче, чем там была. Ну и уже с второй коллекции мы начали приклеивать листочки, чтобы знать, с какого по какого числа проходили эти бонусчики. Только в этой коллекции есть светящиеся бонстики. Чем больше на них падает света, тем ярче они будут светиться. Из этой коллекции самым первым бонстиком был Стики. А последним мы нашли Фобика, самого худого бонстика. Только в этой коллекции в коробке был вот такой вот кубик. Он был разобранный, его надо было собрать. Но собрать его было легко. А вот это вот третья коллекция. Мы выбрали уже здесь ананасика. Но он такой красивенький был. Мы могли еще выбрать свеклу. Она была розовая. Но у нас уже есть розовый кот из первой коллекции. Здесь липучка аналогично второй коллекции. Почти такая же. И здесь уже есть листовка тоже такая, как и второй. Были такие вот коробочки. Игра здесь похожа на первую. Но мне больше всего понравилась игра второй коллекции. Здесь бонстики, овощи, фрукты, ягоды, грибы и орехи. Только здесь есть один орешек всего лишь и один грибочек. Остальных по несколько. Ни одного цвета. Самый красивый бонстик – это ежевичка. Она прозрачная, красивая. Первый бонстик – это будет помидорка. А вот как раз таки последний мы нашли ежевичку. Самый смешной бонстик – это, наверное, огуречек. У него такое телосложение и ручек смешной. Вот как выглядят все наши коллекции вместе. Мы специально выбирали, чтобы коробки были разного цвета. Зверек, монстрик и фрукт.
мы ждем еще четвертую коллекцию. Надеюсь, она будет такая же интересная, как и эти. Мне кажется, что там будут, скорее всего, насекомые. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Хома Крыса, жмите на колокольчики и участвуйте на нашем новом конкурсе. Все подробности конкурса смотрите в предыдущем видео. Всем пока и до новых видео!